Друзья, всем привет! Сегодня мы зачищали канал вот отсюда и вот до туда, там вот до деревьев. В общем, от кустов и деревьев зачищали вот этот вот канал с этой стороны, а вдоль этого участка канала была заросшая примерно вот так вот, как здесь. Вот напротив канала заросшая, здесь было так же. Здесь сейчас все зачистили от кустов и деревьев. Все складировали вот в эту кучу. Работали вдвоем. В общем, вот так вот все зачистили. Вот до туда, до елочек. Канава вот напротив примерно вот заросшая. Вот так же было и вот здесь вот тоже. Все складировали в одну кучу сюда вот. Здесь потом дробилка все это раздробит. Здесь участок, мы его чистили. Вот, сейчас его выкорчивали и будут это все дело увозить. Работал кусторезом и бензопилой. Сначала кусторезом проходил кусты, бензопилой уже деревья. У меня две бензопилы МС-180 и вторая МС-261 ЦМ, вроде бы так, да. Редко я работаю. А, еще бензорезом сетку пилил сегодня. Да, вот. Вторая, это я сегодня не работал, 261. Я просто ее на всякий случай взял. 180-й все сработал. И вот. Кусторез 555. Бензорезом сетку пилили там. Вырезали, там будут заезд еще один делать. То что вот. Покосы кончились. Началось кустарник. Сейчас в основном по кустарнику и по мелколесью работаю. Зачистки участков. Всем пока.